Добрый день. Меня зовут Иканта, и я приглашаю тебя провести индивидуальную сессию со мной. И сейчас я немного расскажу о том, что в этом такое видео индивидуальная сессия. Я хочу поделиться с тобой тем, чем я занимаюсь, и рассказать немного больше о том, что я делаю. Иканта – это мое духовное имя. С 2004 года я практикую, медитирую, познаю себя, познаю, как устроена Вселенная, как устроена тема взаимоотношений, отношений между мужчиной и женщиной, отношения между мной, моим родом и детьми. Этим я интересуюсь достаточно давно и очень глубоко изучаю разные темы с разных сторон, путем медитации, путем психологии, эзотерики. И благодаря этому интересу я получила дополнительное психологическое образование, я прошла много тренингов личностного роста, трансформационных программ. Я знакома с разными мастерами в буддийской традиции. И у меня есть мой любимый мастер сейчас, с которым я практикую, медитирую, Прашантом. В 2011 году я познакомилась с мастером Оши медитации Прашантом, с которым я практикую, медитирую, и благодаря которому я учусь использовать медитацию как технику для того, чтобы избавить человечество от внутренних напряжений, от подавлений, для того, чтобы в жизни стало больше расслабленности, любви, для того, чтобы можно было реализовать свое предназначение и выразить свою настоящую природу, свою настоящую суть, проявить ее в мир. Сейчас тема медитации очень распространена вокруг. И говорят о том, что медитация – это инструмент, который помогает и в бизнесе, и в отношениях, и в любых других сферах нашей жизни. Если вы научитесь медитировать, если научитесь расслабляться через медитацию, научитесь слышать себя и чувствовать себя благодаря медитации, то многие вопросы в жизни можно решить более легко, комфортно, безопасно, экологично. И этим сейчас я занимаюсь, и это то, что я несу сейчас всем людям, которые приходят ко мне на группы, и то, что вдохновляет меня сейчас. То есть это то, что медитация – это доступно, это экологично, это нужно, это эффективно. Это то, что полезно для каждого человека в любой сфере деятельности, в любом социальном статусе. Сейчас моя задача – соединить духовные и материальные аспекты жизни и помочь соединить это вам.